Организаторы конференции – педагоги факультета журналистики и преподаватели Анапского филиала Сочинского госуниверситета. В этом году научно-практическая конференция прошла в знаменательный для курорта год. Анапа отметит 20-летие присвоения статуса федерального курорта. За два десятилетия сделано много. И до сих пор в анапских здравницах развивают и совершенствуют лечебную базу. Тестируют и внедряют новые технологии, отдавая предпочтение современным и эффективным методам лечения. Сейчас наша главная цель – создание условий для круглогодичного функционирования курорта и повышения качества оказываемых услуг. Решить эту задачу нужно сообща, привлекая к обсуждению проблемы развития отрасли, науку, бизнес-сообщество и власть. Участники конференции обсудили возможности продвижения курорта Анапы как доступного, привлекательного и безопасного. Основные направления работы конференции – увеличение инвестиционной привлекательности, потенциала туристских и рекреационных ресурсов. Концепт сфера маркетинга характеризуется четырьмя стратегиями или группами таких комплексных, сложных сущностей. Это маркетинг имиджа, маркетинг притягательности, маркетинг инфраструктуры и маркетинг населения. Специалисты отметили, от отношения каждого жителя Кубани к организации отдыха для туристов складывается общее мнение о курорте. Краснодарский край теперь не единственный субъект Российской Федерации на Черноморском побережье. Большое внимание уделили вопросам привлечения отдыхающих именно на Кубань. Второй день конференции участники проведут за круглыми столами, общаясь с представителями пресс-служб Краснодарского края.